Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас вновь в этом зале, где мы встречались 2 года назад. И думаю, потрудились тогда не зря. Помимо полезной информации, сообщенной участниками Конгресса, в нашем активе меморандум, призвавший руководство страны принять меры для прекращения продолжающейся уже более 2 десятилетий деградации отечественной академической вузовской науки. Как видно, к 2013 году уже поток подобных сообщений превысил какую-то критическую массу и побудил правительство приступить, наконец, к реформированию РАН, Российской академии наук. Правда, без, естественно, напрашивавшегося, и, собственно, мы так и рассчитывали на это, привлечение к этому процессу широкой научной общественности, как следствие с неизбежными, возникшими трудностями, накладками, там, издержками. И вот здесь немножко я позволю себе отклониться от прямого, от прямой темы доклада, чуть-чуть добавить по этому поводу. Это очень злободневный вопрос. В моем окружении мнения людей разделились. С одной стороны, чиновники проводят эту реорганизацию, реформируют, начали, по крайней мере. Так опыт показывает, что чиновничество может загубить любое живое дело. Вроде бы их поддерживать и не следует. С другой стороны, официальная наука подняла довольно, кстати, активную такую массу людей в своих структурах Академии наук, во всяком случае, для противодействия этой реформе под разными, даже, может быть, благовидными предлогами. Не дадим уничтожить науку. И вот в моем кругу есть люди и с той, и другой точки зрения, поддерживать или считать, что это разрушение науки, и протестовать. Я думаю, что с чиновниками, видимо, воевать нужно особо, не наш. Я все-таки считаю, что наш главный противник сейчас те, кто находится у власти в официальной науке. И у меня на этот счет сложилось за многие годы очень твердое, так сказать, убеждение, что здесь и есть наш главный предмет для критики. Мы не должны оставлять без внимания то, что произошло даже в последние 23 года. Ну, вот реформаторы избегают разговора такого предмета. Где же все-таки выход из трудного положения? А кто-то считает, что прежнее руководство Российской академии наук спасало все эти 20 лет науку от разгрома, и им надо благодарность выносить. Вот я позволю с этим не согласиться. Считаю, что здесь мы предлагали, кстати, в меморандуме еще обращали внимание на противоречивость 16 пункта Устава Российской Академии Наук. Там было сказано, кто избирается членами-корреспондентами, это обогатившие науку первостепенного научного значения трудами, и действительными членами, выдающимися и первостепенного научного значения. Вот так. Далее было там записано, что главная обязанность члена Российской Академии состоит в том, чтобы обогащать науку новыми достижениями. А дальше скромный, ну так, где-то между строчек, скромный пункт. Члены Российской Академии Наук избираются пожизненно. Вот давайте подумаем. Да, ну, 22-й пункт только, естественно. Единственное, что требует обязательно от члена Академии наук, представлять ежегодно отчеты в отделение, в котором он состоит на учете. Ну, представим себе, что результата нет. Какие-нибудь последствия будут? Нет. Обязанности нет. Есть только право получать причитающиеся члену Академии благо. Это совершенно не... Это разлагающе действует. Не то, что денег жалко. Я не знаю, не жалели в прошлом и на иностранных ученых ранга Эйлера, Бернули. Кто сейчас об этом разве пожалеет? Не жалко никаких денег для настоящих ученых. Но когда в академию устремился, как мухи на мед, поток посторонних, не имеющих отношений, не заслуживающих звания академика, члена-корреспондента, людей, это не может не вызвать, ну,
возмущение даже, я бы сказал, у всех, не только у научной общественности, то есть не входящей в структуры Академии, но просто у общественности страны. Я думаю, что мы должны здесь встать на сторону того, чтобы реформа, во-первых, не только академической, но и вузовской науки, шли единым фронтом и обязательно при участии, а при полной открытости обсуждения. В этой связи я считаю, да, я вижу, кто в первых рядах противников. Вот не могу не сказать. Я наблюдал долгие годы за деятельностью, ну, вынужден был наблюдать, поскольку президента Российской Академии наук Осипова. Человек окружил, вместо того, чтобы понимать свою ограниченность, это же не келдыш уровня, это понятно. Это не ученый, это ограниченный в области специализации математик профессиональный, выполнивший под руководством академика Красовского полезную, как я могу судить, судя по Ленинской премии, присужденной группе, полезную работу. Но человек должен понимать ограниченность своих возможностей, опереться на надежных помощников, слушать голос из-за стен Академии. Сколько вот с 90-х годов ни по одному из вопросов только через президента страны можно было достучаться до структур по любому вопросу, даже, так сказать, не личному, а там, деловому вопросу. Я знаю других людей. Только так. И то ни одного вопроса сам президент не решал, обязательно куда-то отправлял. Допустим, из Института физики, общей физики имени Прохорова откровенно отвечали. То, что противоречит вот этой общей обстановке, что не думайте, что все глупее, делайте, как все. Но это к слову. Так вот, вместо того, чтобы сосредоточиться на этом ответственном участке президента Академии наук, чем занимается Осипов? Он сразу принимает какие-то еще посты. Пост директора ведущего математического института страны. Об этом хотят забыть сейчас. Но 10 лет, он более 10 лет числился на этом посту. Приезжая, расписываясь только, да, не, видимо, приносили ему, получая зарплату. Что это такое? Только к 2004-2005 году поняли бессмысленность этого дела. Спустили его на золотом парашюте главным научным сотрудником этого института, куда он опять не являлся, получая зарплату. Теперь тут же вот... Я даже процитирую себе, это в 2008 году на общем собрании Академии наук выдвигался Осипов в пятый раз, уже в пятый, он всех устраивал. И выступает ректор МГУ Садовничий Виктор Антонович и говорит, ну я, чтобы не путать, я тогда уже зачитаю. Мне посчастливилось... Не буду тратить ваше время. Мне посчастливилось в 91 году пригласить Юрия Сергеевича на заведование кафедры, которой до этого заведовал Пантрягин, известный математик, принцип максимум Пантрягина, кто не слышал. Зачем это было сделано? Человек и так получил такой пост, который выше его головы намного. Ему предлагается директорство института, кафедра, а он был уже профессором кафедры с 89 года. Имеешь свободное время, имеешь что сказать студентам, приходи, читай лекции. Никто этому не мешал. Нет. Ему предоставили квартиру, кафедру, и на том и другом месте за него, за двоих работал его постоянный соавтор Крижемский. Результаты. Результаты есть. У него есть свой административный ресурс, у Садовничева. Он своим распорядился, Осипов своим. Я знаю учителя Садовского, он общий со мной учитель, Борис Моисеевич Левитан, лауреат Ленинской премии, имеет большие теоретические достижения в области как раз теории, математической теории операторов. Так и не выдвинули его ни в Советскую, ни в Академию наук СССР, ни в послесоветское время в Российскую Академию наук. Здесь же человек, сделав какую-то малую долю того, что сделал вот его учитель Левитан, он получает в 94 году звание членкора, в 97 году действительного члена, в 2008 году выдвигается на пост вице-президента. Это не коррупционная схема.
Что делает и в том, и в другом, и в институте математики, и в МГУ на кафедре, трудится за двоих. Я не говорю, что он плохой математик, Крыженский. Ну, правда, той же ограниченной специализации, точно, что у Осипова. Дифференциальные уравнения, дифференциальные игры. Вот и все. Вся область. Это что, передний край науки? Почему? Что, никто этого не видит? Получает, человек трудится в институте и на кафедре за двоих, и в 97 году получает звание член кора, в 2006 году, по-моему, получает звание действительного члена Академии наук. Это не коррупционная схема. Мы об этом молчим. Я считаю, что об этом нарвались голос. Теперь Крыженский в числе первых активных. Сами, конечно, и Садовничий, и Осипов, конечно, не пойдут Государственной Думе демонстрировать свой протест. Будут действовать иначе, тонко. А Крыженский инициатором собирает подписи, выступает ярым противником реформы Российской Академии Наук. Я говорю, что реформа нужна, но нужна при широкой научной общественности, при участии широкой научной общественности. Я вернусь к основной теме своего доклада. У меня достаточно остро она звучит. Изучая труды, знакомясь с учебниками, Ландау, десятитомник, ну, в основном первый том «Механика». Второй том, кстати, Ландау, посвящен полностью, хотя и называется «Теория поля», полностью посвящен теории относительности Эйнштейна. Знакомясь с трудами, в основном первый том, там его статьи, Эйнштейна самого, я выношу с полным основанием в название своего доклада «Научный авантюризм Эйнштейна и Ландау. Неиссякаемый источник профанации точных наук». Позволю себе... Пойдет? Видно, нет, как запустить. Прошу помощника помочь запустить. Кнопка, да? А, вот сейчас пойдет. Маленький фрагмент. Общеизвестный факт. С чего началась теория относительности Эйнштейна? Не видно, не слышно? В 1895 году. Погромче нельзя сделать? Опубликовал теорию относительности за 10 лет до Эйнштейна. Относительность времени была. Статья Пуанкаре называлась «Об измерении времени». Да, и она начиналась с анализа сначала вопроса о Галилеевой одновременности. В теории Ньютона и Галилея он доказывает, что она антифизична, потому что пока не указан способ синхронизации часов в Париже и в Нью-Йорке, да, сравнивать, говорить, что это какое-то событие одновременно, одно в Париже, другое в Нью-Йорке, статья бессмысленно Пуанкаре, физически. Поэтому только года, когда мы укажем способ синхронизации, то можно будет это говорить. И дальше была вся теория относительности, но только. Это был философский журнал, в котором Пуанкаре не опубликовал формул, кроме только одной формулы. Формула атомной бомбы Е равно МЦ квадрат уже была в этой работе. Вот он говорит, доказательство трудное, и у меня нет у вас, я вам не могу без математики это объяснить, но вот оно. Вот результат. У Пуанкаре, однако, в Цюрихе был друг, который там был профессором, Минковский. И Пуанкаре это с Минковским обсуждал, а Минковский своему ученику, который туда пришел, посоветовал прочитать работу Пуанкаре, раз он хочет заниматься физикой и такими вопросами. Это был Эйнштейн. Это был Альберт Эйнштейн, это ученик Минковского. Это я знаю. И Эйнштейн прочитал работу Пуанкаре и добавил недостающие в ней формулы. И это и есть работа Эйнштейна 1905 года, но в ней нет ссылки на Пуанкаре. Ссылка Эйнштейна... Я прерву. Дальше история известна. Эйнштейн совершил плагиат в своей первой же работе 1905 года. Я приведу и другой пример, чтобы сэкономить ваше время. А, нет. Это первая карасылка, если кто хочет посмотреть всю передачу. Это, очевидно, невероятно, достаточно интересно. Может, я записал ее. Сергей Петрович Капица и
Владимир Иванович Арнольд. Оба покойные. А? Владимир Игоревич Арнольд, извините. И того, и другого уже нет. Следующий вопрос. Вы знаете, что теории относительности Эйнштейна трижды поднимали на высший уровень в руководстве страны и руководстве Академии наук нашей страны. Вот очередной был юбилей в 1955 году. Были критики, видели в философских вопросах, в философской основе у Эйнштейна идеализм, ну, и другие. Вы знаете, как у нас в то время строго за такие вещи спрашивали. Очень многое зависело от того, как посмотрят физики. И вот был такой еще не очень известный тогда, может быть, вам будет понятно, почему он стал более известный, Виталий Лазаревич Гинзбург, который взялся, тогда еще достаточно молодой специалист, по-моему, только еще членкор, даже не был академиком, он взялся сделать доклад, посвященный столетию со дня теории относительности. Не буду все перечислять, но вот здесь чуть повысим, да? Можем поднять даже. Вот так, да? Значит, в работе Эйнштейна 1911 года о влиянии гравитации на прохождение света приведена вот эта формула. Он сказал, что если мы возьмем, захотим узнать скорость света, во-первых, это нарушает первый постулат, который в 1905 году высказал, что скорость света постоянна. Теперь он говорит, нас это не удовлетворяет, скорость света равна скорости света в пустоте, вот с такой поправкой. Гравитационный потенциал, деленный на c квадрат. Это вы узнаете, это та же самая mc квадрат, которую он себе присвоил формулу, это не его формула, это Пуанкаре, даже раньше, чем Пуанкаре стал употребляться. Вот была формула Эйнштейна. Что здесь не отвечает требованиям науки? Ну, во-первых, что за пустота? Где межзвездное пространство? Нет. Там гравитация, там влияет скорость света, зависит от сил гравитации. Это там, где нет гравитации, за пределами Вселенной, куда мы никогда не попадем и никогда не проверим, какая там скорость. Мы можем только догадываться, вычислять. Это первое. Но самое главное вот здесь. Вот это F, потенциал. Но потенциал называть, на самом деле, это разность потенциалов между данной точкой и точкой в бесконечности, где мы считаем, что он равен нулю. Так, ну, в физике пользуются таким приемом. Вот это он делит на c квадрат. Далее. Вот он будет такую формулу. И никто не задается целью. Откуда она получена? Как, почему может быть так, такое влияние скорости? Рассчитывайте по ней, по классической механике. И определяйте, это можно сделать. Какова скорость света в любой точке, где есть гравитация. Он этого не делает, он дает формулу. Никто и не сомневается в ее правильности. И он тут же в этой же работе, где он говорит, он дает вот эту формулу. Эта формула видоизмененная закон всемирного тяготения. Ньютоновская формула. И получает 87 сотых дуговой секунды отклонения луча света при прохождении около поверхности Солнца во время затмения. Формула 23. Эта формула 23 уже идет под номером в статье Гинзбурга, которая представляет собой расширенный доклад на физико-математическом отделении Академии наук СССР 55-го года. 55-го года. Дальше. Я не буду ваше время занимать. В моем докладе это все подробно описано, процитировано со ссылками. Дальше он вдруг обнаруживает, что это вот это с точностью до сотых. Тут было, правда, четверочка стояла, другие данные были
поскольку не были с такой точностью известны размеры Солнца, масса Солнца, поэтому получалось вот в этой вот в этом знаке получалась другая цифра. Но выяснилось, что этот расчет известен с 1801 года немецкого астронома Зольднера, который вот эту цифру получил не на основе этой формулы, а на основе применения ньютоновского закона всемирного тяготения. Во-первых, задают Эйнштейн вопрос, какая связь между этими формулами? Из этой формулы нельзя получить эту. Он говорит, он в своей статье пишет, поскольку выкладки громоздкие, они только затемняют суть дела, поэтому мы сразу приведем результат. Но дальше это еще не все. Когда это выяснилось, что уже результат известен и соответствует классической ньютонской механике, что делает Эйнштейн? Он говорит, мы неправильно определили. Мы не учли, что у нас помимо вот обычной гравитации есть еще искривление пространства времени. Давайте удвоим вот это. И тогда и сюда же тоже вместо двойки поместим четверку. Вот такая просто чисто манипуляция. И получим вдвое больше результат. У Гинзбурга это под номером 24 формула. Это в его докладе «Успехи физических наук» 56 года. 87, вдвое больше. Из этой формулы тоже невозможно получить эту формулу. Это просто надуманное, взятое с потолка, это закон всемирного тяготения. Но Гинзбург, Виталий Лазаревич, мог бы хотя бы, раз он пропагандирует учение Эйнштейна, проверить хоть, поинтересоваться, как одно с другим связывается. Он признает, он прямо пишет, что да, правда, оказалось бы любопытно, что вот этот результат получил Зольднер еще в начале 19 века, но вот Эйнштейн посчитал, что надо его удвоить. И удвоил, вот так. Поэтому, но это еще не все. Теперь давайте поговорим о порядочности, о научной добросовестности самого Гинзбурга. Вот формула Эйнштейна. Вы посмотрите, чтобы определить скорость света в данной точке, а у Эйнштейна это четко, это скорость света в интересующей нас точке пространства, а это в пустоте. И здесь то же самое. Он хоть удвоил, но смысл тот же самый. Гинзбург заметил, что вычислить здесь эту скорость, чтобы вычислить, нужно решить кубическое уравнение. Перенесите, попробуйте, будет кубическое уравнение, которое не так просто решить. Совершенно непонятно, откуда он появляется. Что делает Гинзбург? Посмотрите, что он в своей статье пишет. Он говорит, что меняет обозначение. Говорит, чтобы вычислить скорость света в данной точке, нужно вот по такой формуле сначала Эйнштейн считал. Смотрите, здесь c и c. Никакого квадратного кубического уравнения нет. Здесь c и c. Видите, где c? А у Гинзбурга вот где c. Он подтасовал. А потом, когда он сказал, что Эйнштейн решил удвоить, он взял, удвоил. И опять из этой формулы он просто на слово поверил, что можно получить. А где вычислили, где это получается? Целый ряд исследователей и у нас в стране, и за рубежом пытались это вот сделать. Найти связь между этим формулой так и не нашли. Одно с другого не следует. Вот что такое наш Нобелевский лауреат Гинзбург. В пропаганде учения Эйнштейна. Теперь окончаем. Я уже, собственно, и закончил и прихожу к выводам. Я не остановился еще на другом пропагандисте теории относительности Эйнштейна, Ландау, который тут посвятил уже, я сказал, целый том. Но первый том его механики, несмотря на уничтожающую критику, которую дал рецензию на этот том, дал академик Фок еще в 41-м году, опубликован в 46-м году, тем не менее не изменил полностью, построил всю механику на принципе наименьшего действия, и все эти ошибки в моем докладе тщательно разобраны. Делаю итог такой. Мне кажется, что для дальнейшего, я коротко зачитаю всего лишь резюме, для дальнейшего успешного развития точных наук
полагаю необходимым продолжить разработку и практическое применение алгебр с векторным делением, которые в конце XIX века были физиками-теоретиками необоснованно отброшены. Первой жертвой этой редукции, собственно, математического аппарата точного стал именно электродинамика Максвелла, то, что сейчас называется роторы, дивергенции и прочее. Это уравнение не Максвелла, это Хевисайда, это более позднее. Максвелл не довел до конца то, что он задумал, объявил, декларировал. Это надо продолжить. И здесь я стою уже не первый, и в прошлый раз стою на том, что алгебра с векторным делением нужно, ввести обратно. Со времен Эйлера они развивались параллельно с обычной тензорной алгеброй. Теперь нужно их снова возродить. Продолжить разработку теории Максвелла и дать, наконец, правильную объективную оценку ошибкам, совершенным в 20 веке. И признать факты недобросовестности научной со стороны Эйнштейна, Ландау, Гинзбурга и руководителей Московской математической школы Колмогорова и Садовничева. Все. Ну, спасибо, такой разгромный доклад. Ну, ради, так сказать, справедливости я должен сказать, что вот удвоение Эйнштейн сделал еще до эксперимента. Да-да, это было до. Да. И потом, да, давайте скажем, что дали эксперименты. Эддингтон, как он ни старался, чтобы он же был заинтересован в том, чтобы соблюдать. Но не были на моей вступительной лекции. Да-да-да, я знаю. Но я скажу вам, какую телеграмму прислал Лоренц Эйнштейну. Да. Результат 0,9-1,8. То есть от одинарного до двойного. Любое принимайте. И вы правы. Гинзбург руководил в течение многих лет кафедрой радиоастрономии в Горьковском университете. И уж он-то знал про эти протуберанцы, про плазму. И он должен был понимать, что там гравитации действительно половина и меньше. Вопрос? Давай. Замечательно. В общем, мне представляется так, что вопрос об искривлении световых лучей при прохождении вблизи поверхности Солнца поставлен не совсем корректно. Корректнее было измерить, потому что в этом пространстве присутствуют фотоны излучения Солнца, которые, в принципе, могут взаимодействовать с проходящим этим самым лучом света, типа вот рассеяния комптоновского на электронах, только это на фотонах. Поэтому я считаю, что корректным было бы измерить вот искривление вот этого пути фотона возле темной массы. Я не буду говорить черная дыра, где отсутствует вот этот мощный поток излучения. Протуберанцы это материальное. Нет, вопрос правильно поставлен, только это называется линзирование атмосферой. Никакие не фотоны. Так, хорошо, да. Спасибо терминологии. Еще вопрос? Вопрос. Ну давайте. Вопрос такой. Кто запрещает вам алгебру векторным делением применять? И есть успехи в этом деле лично ваших трудов? Да, я, насколько мог, естественно, я по образованию военный инженер по радиотехнике, но учил меня вместе с другими. Я скажу сначала, как и Садовничеву, учил математики один и тот же учитель наш. И он как раз, он меня вывел на эти алгебры с векторным делением, и я их применял в своей даже диссертации для разработки одной военной программы радиоэлектрометрических систем широкополосных сигналов. Это первое практическое применение, раз, но она закрыта. После этого я опубликовал много других работ. Значит, здесь что? И вот Ярослав Григорьевич меня призывает, дайте уравнение Максвелла в квотернионной форме. Каюсь, пока не готов к этому. Позвольте вопрос. Да. Так, ну, вы знаете, мы... Да, я боюсь, что вы за время... Скажите, пожалуйста, какова роль Хевисайда в записи этой формулы? Е равняется МС квадрат. Я слышал много, но ни разу не видел. Всякие байки, что за 16 лет до Эйнштейна было написано. Я хотел подтвердить это в литературе научной, нигде не нашел. Вы слышали из уст
Владимира Игоревича, да, Арнольда, что формула ЕМЦ квадрат была в статье Пуанкаре 1895 года. Когда мы говорим о Хевисайде, это был конец 90-х годов, он переписал уравнения. Во-первых, там оставил 4 уравнения, у него было значительно больше, 12 уравнений. В моей работе они все переведены, процитированы просто и разобраны. Значит, Хевисайд к этой формуле не имел отношения, но переписал уравнение Максвелла с комплексной плоскости на, ну, естественно, из кватернионного пространства. У Максвелла это непоследовательно. У него применение ротора дивергенции или Набла. Это тоже та же тензорная алгебра. Он это провел непоследовательно, надо было продолжить, а Хевисайд перевел в действительное пространство, в эвклидовое, и на плоскости, и в трехмерное. И да, по этим все, загубил спасибо, дело. Спасибо, все, дальнейшие будут в куларах. Да. Так, спасибо за внимание.